Последний стрим только что, а вот идет вроде. Все аккуратно там. Слышно, алло, прием, слышно, нормально? Артур, блядь, выключено. С микрофона слышно, заебись. А что, стрим идет? Привет, чат. Можно громче. Понять. Громче можно. You stay on my mind. Давай, 1, 2, 3. Нет, ты обещал там разогревать людей, блядь. Разыгрывать? Давай разогревать людей. Давайте. Ребят, всем привет. Мы сегодня находимся у Ромы на хаусе. Мы будем сегодня щупать какую-то грязюку, но мы пока не знаем, что мы будем щипать. А микрофон нормально слышать? Ну, вроде нормально. И щипать мы тоже будем, да? True story. Там просто показатель даже до верха не доходит, видишь? Это когда я ору, а когда я говорю. Вы тихие, окей. Вы тихие, надо погромче, чуть-чуть погромче, братик, насыпь. Так, медиагиганты в сборе. Медиагиганты в сборе. Сегодня будет такой пиздец. Почему злой такой уебан? Хуёвое начало дня. Настя открыл чат. И чисто я открываю чат, блядь. Хуёвое начало дня. Хуёвое. Бан ему, бан. А, во, всё, заебись сейчас будет. Всё. Хуёвое начало дня. Ну ничего, мы почитаем комментарии. А музычка на фоне какая-то играет? Нет, злой спой. Щене мерло Украины несла... Возможно петь, да? Это же можно петь. Конечно, можно. Воли щенам, братья, украинцам усмехнется доля. Згинут наши вороженьки, як краса на сонці. Запануємо ми, браття, у нашій сторонці. Знаєш гімн? Конечно. Україні? Так, все, ребят, ми ждемо Вадима і починаємо. Ні, я знаю тільки начало. Душу, тіло ми положим за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття. Welcome to the club, бадді. Свет мені дуже подобається. Короче, ребят, смотрите, что будет. Рома. О. Так лучше? Прикольно, синие тонь, холодные. Блядь, иди сюда, Ром, смотри. А что? А что? А что там? А что там? Да что там нет такого. А что там? Мне можно обернуться спиной к камере? Да нет, все. Можно? Да нет, не надо. Там чистое. Там чисто? Грязь, грязь просто. Грязюка. Трусики в попу залезли. Короче, смотрите, что мы сегодня будем делать. Мы, Рома, приготовил какие-то приколюхи, и мы, как гости, будем засовывать, хоть куда-то сегодня засуну, ручки сюда. Я туда член положу. А я его так, как отсосу, блядь. Грязно, блядь. Мы засовываем сюда руки, и что-то тут насыпаем. Вы только не бойтесь, тут есть экран, мы все видим как. Не, мы экран заберем. Это батя твой делал, да? Да. Бля, прикольно. Вот так, и опа, он будет что-то туда ставить. Окей, будут какие-то призы? Да. Какие? Да. Я тебе подрёшь кьютишку, которую ты у меня спиздил. Вау, классно, как раз бросил курить и надеюсь... А можно чат куда-то вывести? Можно хотя бы включить чат отдельно, чтобы... Ну, хотя бы тут чат... Можно чат? Чат нельзя будет смотреть, потому что там люди будут писать. Да? Блядь, они же будут обманывать. Смотри, мы будем засекать время, я буду засекать время, кто, кто быстрее, ну, по итогу все сделает, угадает, тот выиграл и...
И что? Время лучше времени не делать, чтобы эмоции не терять. Ну, время дает возможность скорости, а скорость — это плохо. Не, я имею в виду то, что... Ну, смотри, у нас тестовые, мы можем без времени сейчас сделать, да. Потом... Смотрите, ну, это, да, это типа тестовая движуха, но в планах показать вам качество в дальнейшем. Почему спамит Арина «Спасибо за победу»? Не знаю, я не знаю. Народила победителя. Да хватит! Хватит меня смущать! Захватит! Что я? Я здесь вообще при чем? Спасибо! Вадим едет, Вадим отменил, блядь, стоматолога, чтобы приехать. Он скоро будет через 5 минут. Вадим без зубов едет, заебись, блядь. Только все зубы выняли, Вадим приезжает. Все. Такой. Трогаем зубы Вадима, блядь, угадываем. Сегодня будет золотом сверкать, блядь. Арина, спасибо за победу. Арина. Ладно, чат, спасибо, мне приятно, но я думаю, я тоже постарался, здесь, чат, и так да, отсосал ему. Заслуга не только же моя. Ну... Еще моя, я тоже сосал. Ой, Арина, алло, ой, ёбаный снич. А что такое? А ну, вставай. А что это? О, нихуя она замовала! Наебнула ой, полочку. Ой, я не могу поднять одну. Ебать, рукой. Наебнула полочку, это все. Это очень тяжело, кстати. Я не могу поднять одной рукой. Подожди, я нажму так, да? Так, сейчас смотрю. Выгоняй. Разрушаемость дома 98%. Посмотрим, что будет в конце. Соль. Нормально, Арина, не переживай. У нее и так тут... Это не его квартира, мы можем ее разъебать. Нет, нельзя. Бля, короче, мне так комп вчера настроили. Челик 1500 рублей взял, у меня комп нахуй лагал пиздец. У меня было в КС-ке FPS 300, а со стримом 150. Падало до сотки. И мне чел просто за час настроил так комп нахуй. Короче, его... А как его зовут? Мастермайнд его не... А он винду перестановлял тебе? Он что-то делал с виндой, короче. Я нихуя не понял. Дядь, так быстро все делал, да? Я даю TeamViewer, я думаю, что это, блядь, флеш какой-то. Он так хуярит, да, блядь, как да, будто... Да, дядь, я последний раз... Срок действия вашей лицензии Windows истекает. Но это ноутбук, блядь. Ну это да, надо на нем пофиксить эту грязюку. И, короче, он как будто, я не знаю, последний раз я видел такую скорость, блядь, движения мышки, нахуй, когда мне фотографию на паспорт делали, и чел, блядь, мне прыщи там замазывал в этом, блядь, в фотошопе. Чтобы сразу мне фотографию... Ты, Камика, ты Камику лучше скажи про эту хуйню, а то у него вчера 30 кадров было, когда он выиграл. Да, кстати, ему надо посоветовать. А мне нож таки не дали. А ты выиграл? Нет. А кто выиграл вчера? Я считаю его несправедливо. Вот я буду ныть, нахуй, мне поебать. Потому что я прошел быстрее всех, но мне за красоту дали 2. Блять, надо было просто время делать на четверку. Тебе двойку дали? Да. Я бы тебе один поставил, какую двойку, ну, блять? Ебан? Я время делал на четверку, блядь, и делал нахуй красоту на пятерку, пиздец. Там просто заучить позиции надо было, и все. Я вчера с диглом прошел за 2 минуты, нахуй, все. То, что можно пройти за секунд 15? Не, там Вадя за 78 секунд прошел, потому что он гений. Ну, он играет давно. А я с диглом за 2 минуты, и я думаю, что next раз я пройду еще быстрее. Ну, типа, если такое будет. И то, чат говорили злому-злому, а по итогу... А что пишут, писали вчера, что ты карту знал? У меня есть, я играю часто на репик картах, ну на пик картах. Незаметно было, блядь. Нет, на один на 100к, лох. Это вы про чё? Давай. Про CSGO. Он всех байтит, с ним все соглашаются, и он сливается, блядь. Я даю тебе возможность, время, чтобы ты заработал эти деньги, бедняк. Давай, прямо сейчас. Прям что, как? После этого стрима играем один на один. Как, ты на ноуте своем играешь? Нет, на компе. А я? А ты у себя дома? А у меня света нет. Нет, я тебя она, выебу. Надежда у тебя я есть? Я тебя выебу. Нет, тут серьезно, меня, выебу. Ну, я тебя нет. выебу. Блять, кого он уже... Когда он кого-то выебет уже? Все, мы только ждем... Я думаю сделать кастинг. Вилона, Даша, красится. Девчонок, да. У меня есть модели. Блин, вот. А мне тоже Слава предлагал, короче, в Москве сделать шоу, кастинг парней, которые, ну вот, приходят, и я, типа, их выбираю, как там, возможно, они еще должны были бы быть в масках. Это был бы офигенный контент. Так я такой же придумал. Но что? Я приехала в Украину! И парня ты уже выбрала, по-моему. И парня я уже выбрала. Злой пизди, пока можно. Кого пиздить? Без рукоприкладства. Где пиздить? Нет, вообще-то я нашел подругу, которая владеет моделями. Ну, она в модельном агентстве. И я могу снять помещение, и подруги будут приходить, и мы будем их выбирать. И мой дракончик. Мой дракончик вот под моей жопой. Мы ждем главного гостя. Чат, короче, когда будет ёбнутый онлайн, я вот так сделаю, короче, засуну дракона сюда. Такой. Ебать, там реклама вылезает, видишь это? Такой сделаю. Блять, что это? Это что?
Ссылка на Dragon Money в комментариях, блядь. Ребята, ссылка на Dragon Money в комментах. Переходите, блядь. И кто нарезку будет делать, в комменты будет ставить Dragon Money. Да, переходите, нажимайте на ссылку, блядь. Сегодня день какой? День какой? Опа, носатый пенни слышу. Блядь, я сказал в комментах, блядь, в чате, короче. В комментах, в комментах. Блядь, я забыл, как чат называется. Киберпанк уже вышел, чат? Киберпанк уже вышел? Слушайте, року фильтрации по убыванию. Просто я вижу лям на киберпанке. Всем привет! Пришел главный наш гость. Ладно, пойду поздороваюсь. Что это? А я подожду, тут сам придет, блядь. Да? Я вас не кину, блядь, что? Пойду побегу к нему. Это что, король? Король, который опаздывает. Нет, я остаюсь с типами, блядь. Ну, чат я нахуй пишу. Наверное, пишут, какой я красавчик сегодня. Так я классно все сделал, да? Красавчик. Ебать они там. Я срать хочу, кстати. Ну иди сри быстрее. А я срал дома, но я еще думаю. Ты типа, блядь, срать у меня хочешь просто? Да, кстати, у тебя хорошо срется. Спасибо. Вы пока не видите шефа. И вы мне. Ты такой красивый сегодня. Спасибо. Это мне. Ты с чего ты взял, блядь? Просто написали, ты такой красивый, ты подумал. Потому что я сексуальный парень. Почему все пишут шефку, если он еще не зашел, блядь? Со временем скоро я тебе свой подбородок отдам, брат. Второй? Да. Хорошо, блядь. Передача пойдет. Скоро он иссякнет, я тебе ее передам. Иссякнет, блядь. Иссякнет. Узурпатор, ты где? Я сижу на ПП. Так, что мне заказать? Вареники, драники или бургеры, блядь? Я сегодня ел гречку, котлету паровую и капусту квашеную. Я вот каждый раз после тренинга это хаваю. Гречка дает сил. Ку-ку-ку-ку. Ты говно. Нет, не говори так про моего друга. Что, такое узурпатор? Ладно, я знаю, я просто, блядь. Так. Антоним словом угнетатель. Мой телефон? Может синоним, блядь, долбоёб? Синоним, ну я не знаю в этих угнетателях. Почему у меня какая-то... Привет, беззубый, иди к нам! Привычка постоянно брать телефон, проёбывать... Иди к нам! Слышишь, а если... Король! А если есть стоматолог, то есть 200-толог? Привет, хоми. Welcome to the club, buddy. Бля, яйца побил, так чухаются, не видно? Яйца твои нет. А ну посмотри, мой телефон не там. Нет, я не вижу его здесь. Я не вижу вас. Насколько это страшно. За подушкой вот той. Что там? Там мягкая игрушка. Есть, да. Нет, там в чате ссылочка на Dragon Money, ребята, переходите, блядь. Ладно, я, если честно, один раз играл в такую игру, но мне было вообще не весело. Даш! Да. Ты идешь вниз? Даш! Хорошо, давай, там Даша кусок взять. Так, Вадим, как твои справы? Хуёво, я не выспался. Мне еще какого-то хуя стоматолога перенесли, блядь. Это меня вообще пиздец бесило. Я должен был, все нормально. Куда принесли? Вадим, ну, привет, 10... привет, привет! Привет, привет, привет! Привет, Арин. С 10 на 12 перенесли. Я не успел сделать то, что мне нужно. А мы все, мы готовы уже? Да, да, ну, в принципе, можно начинать. Смотрите. А у нас музыки нет? Музыку. Можно на колонке. Можно на колонке. Ты включишься. Я бы тоже. Я вообще. У меня в голове музыка, я под нее танцую. Давай мозги. Окей, смотри, Ром, расскажи, что будем. Что, как сейчас будут проворачиваться сюжет. Короче, смотрите, вы будете выходить все в другую комнату. Я буду показывать чату, что я сюда ложу. Я буду сюда что-то ложить. Тут, блядь, дракончик лежал. Дашин. Смотрите, главное правило. Главное правило, мы пихаем руки аккуратно. То есть мы ничего сильно не хуярим там, чтобы ничего не убить там, чтобы ничего не это. Убить! А, чтобы не... Осуждаю. Ну, я правильно, не живой, конечно, да. Думаю, это понятно, да? То есть мы аккуратно, плавненько, ничего там не хуярим, ничего не этот, просто пихаем, трогаем и пытаемся сказать, что это. А, до того, как мы засунули, мы не, мы не перечисляем. Там скорпионы, блядь, тарантулы и т.д. Мы сначала трогаем, потом говорим. Какие тарантулы, ебло! Ну, не тарантулы, а этот, птицеед. Птицы хуй, блядь, какие птицы ед, не надо, я не буду паукиву. Я боюсь пауков. Да, не будет, не переживай. Паукив. Пауков я бы не буду, а если он меня ужалит, я, блядь, начну паутиной срать. Нахуй оно мне надо, блядь. Птицеед не трогает людей. Не трогает? Он их ест, нахуй, да?
Как да. людей не трогает? Ему надо крылья, блядь, чтобы у меня были или что? У меня есть. Потрогай, какие я накачанные, кстати. Хочешь потрогать? Что там? Побрейся, блядь. Ой, охуеть, ебать, руки нежные. Вот, да, да. Хотите мою бицуху потрогать? Давай. Ух, нихуя себе. Как для девушки это сильно. У Михалины тоже такие банки, ёбнешься. Ну, у Михалины вне конкуренции. У неё, это, мышечная память, она же занималась дохуя, и у неё банки огромные. Запомнила, да? Запомнила, да. Потому что у неё мышцы есть, и всё, и работает. Хотела бы с Михалиной поспринговать в боксе? Она, кстати, тоже на бокс я ходит. Я сразу отличу. Что? Что ты на меня так смотришь, как долбоёб? На долбоёба, точнее. Так, Ром, давай, давай, я хочу куда-то засунуть. Пускай Вадя первый. Он такой энергичный у нас сегодня. Ну, да, мне без разницы, в принципе. Что, музыки ни у кого нет, колонки? Мне выходить? Я могу включить что-то. А, не, выходят все, когда я запихиваю. Что-то, да, выходит все. Что, прям все, все выходит прям? Ну, да, я буду сейчас запихивать предмет. Вы стримы не смотрите, я сворачиваю экраны. Так, сейчас. В смысле, там мы не будем стрим смотреть? Нет, я просто говорю. Так, сейчас чат. Так, что мне делать? Я можно глаза просто закрыть? Можно я закрою глаза просто? Можно? Нет, иди нахуй отсюда. Можно я глаза закрою? Съебись нахуй отсюда. Ну ты же сам меня пригласил на шоу. Ну это выйди. Я сначала приглашаю, потом выгоняю. Ебанутый. Ебанутый. Чат, вы не выходите, мы только выходим. Мы таки выходим. А куда мы идем? А, ну, в любую другую комнату. Короче, чтобы не посмотреть. Короче. Сейчас мы посмотрим Дашу. Пойдем, пойдем, Даша. Не, я ебал, Даша. Даша. Ром, тут у нас, блядь. Ух ты, бля, что здесь так холодно? Я тоже охуел. А, нет, это бог. Так, короче, мне нужен чат. Алло. Так, это надо убрать. Короче, смотрите, первая хуйня это будет киви. Бля, меня видно вообще? Алло, прием. Алло, алло. Все супер. Все, давайте, кто первый? Все, я вас буду только на телефоне видеть. Что видно? Так, видно нормально, смотрю. Да, она волосатая, пиздец. Как мои яйца. Так, а кто, один заходит или все? Да, один заходит, короче, а ты нахуй иди. А мне, так. Ты закрыл как-то, да? Да, ты что тут стоишь? Ну иди в другую комнату. Все, погоди, еще не пихай, я вот эту хуйню. Тебе же, ну, ты же откроешь вот эту хуйню? Да, да, конечно. Это уберу отсюда, пожалуйста. А, я понял, зачем ты закрыл этот ОБС, чтобы я не видел, когда ты откроешь. Так сейчас дошло. Так, чтобы Арина ничего не слышала, главное. А, так, ты готов? У тебя будет только 3 попытки угадать. Ну, на время мы не играем, поэтому этот. Поэтому можешь не спешить, можешь... Я не буду спешить. Я буду... Я не увижу там ничего? Нет. У меня есть пульсометр! Хочешь, я пульс включу? Так, включите. Я вам серьезно говорю, я один раз так переживал. Ну, если вообще чего-то. Смотри, короче, я тебе объясню. А, у меня дед делал похожую хуйню, вот такую вот. Только он туда клал такую хуйню, что типа... Я ему, блядь, положил коробку, сказал, там что-то в коробке, блядь, очисти ее там. Блядь, ладно. Все, можно пихать? Да. Аккуратно, чтобы никого не убить. Аккуратно. Ты че, блядь, на дядь, вот ты смеешься, долбоеб? Да давай пихай, блядь. Подожди секунду. Если пациента не будет, то поищи коробку где-то. Ты что, долбоёб? В смысле по коробке, блядь? Да пихай уже. Подожди, короче, я понял. Одну секунду. Если там что-то живое, то ты открыл, оно сейчас выйдет. Тут стекло. Спереди стекло. Никто оттуда не выйдет. Сейчас я тут, блядь, открою, почему это? Ну все, блядь, ладно. Я... Ебать, это страшная пизда! Бля, слышь, оно шипит. Ладно, у тебя никто не шипит. Ну, короче, там, в смысле, там, короче, сразу, блядь, Кинг-Конг, нахуй, чтобы мы обосрались, блядь, и потом пугались мармеладком.
Да. Все, поздравляю, пизду нахуй. Давай уже, пикни, блядь. Подожди, тихо. А где чат? Я хочу видеть чат. А чат нельзя, блядь, они уже пишут Кинг-Конг. А, они же будут писать что, блядь, охуеть. Ладно, все, я засовываю. Ты готов? Я-то готов, блядь. Ты готов, блядь? Я же не засовываю. Все, блядь, ну ладно, я засовываю. Ой, как страшно, пизда. Че, рот открыл, блядь? Что это, блядь? Картошка, блядь, какая-то. Это киви. Хорош. Все, блядь. Че, страшно было? Ну, блядь, когда я, блядь, у деда открывал, у него кусок дохлой рыбы лежал. Да, страшно было. Так, чем только голова. Так дохлая же. Все, может тут сидеть. Ну, это страшно было. Может тут сидеть, делать какие-то эмоции. Я буду, блядь, сейчас, слышишь, панику наводить. Бля, я не вижу чат, я не могу так стримить. Стримить? Ну, откроем телефон. Так. Чат. Ладно, вообще, естественно, нихуя не страшно. Просто я хоть как-то, типа, делаю вид, что, блядь, потому что он не расстраивался. Да. А мне не видно? Да, заходи, заходи. Ты угадал? Угу. Да, он угадал, блядь, едва. Чё он улыбается? Ты готова? Блядь, чё он улыбается? Да Вадим! Всё, ты готова? Я открываю. Блядь! Блин, если бы он не улыбался, я бы уже бы засунула. Бля, подожди, я думала, что я смелая. Так, надо кольцо снять на всякий случай. Если по центру не будет, ну, все коробки еще. Если что, там стекло, поэтому никто не выбежит. Я тоже думал подождать, пока кто-то выбежит. Бля, подождите, я думала, что... Сейчас, все. Что за хуйня? Да это просто... По углам в основном ищи. Блять! Фу! Уходи! Блять! Ну ладно. Да всё, всё. Аккуратно, по углам. Так, всё, ладно, углы чистые. Значит, это не какая-то бегающая хуйня. Блять! Бля, хорошо, что я коробку приклеил, блять, к столу. Да, хорошо. Левее. А, блять! Блять, в смысле левее? Подожди, что перемещается? Уже проверил. Что-то мне кажется, что там нихуя ничего нет. А такое может быть? Не, ну ты можешь не домой, блядь. Да, блядь! Да все, блядь, мне реально кажется, что просто нихуя... Ничего нету! Давай, выходи, Рин, там нихуя нет, потому что я зашел, блядь, это долбое видео. Сейчас выходи. Выходи. Сука! Зайди. Нет, погоди, секунду, надо закрыть. Ебать, гений. Ты просто сказал про то, что оно бегает, понял, я решил. Арина, заходи. Арина. Вор, блядь. Арина, я просто украл. Ну, спасибо за спойлер. Если украл, значит, нормально все. А он ничего не боится вообще. Суй руки. Да все. Бух! Да! Я тебе сейчас в ГТРП. Блять! Бух! О, нихуя уже работает, слышишь, на третий раз подряд. Это киви. Да, хорош. Хорош. Это мой Яндекс.Деньги сначала. Так, все, может посидеть, зову. Бля, злой сейчас так будет бояться. Ух, ты стань покрасивый. Давай зову так же прям. А теперь а чат можно теперь читать? Да, конечно. Время по поводу того, чтобы угла. Что говорит? Чтобы угла где-то. А. Да закрой дверь там у Даши. А, все, она закрыла. Готов, Артур? Слышал, как она кричала? Попу колет. Что? Готов?
центру не будет, левее и правее еще. Тараканы? Тараканы? Что, экстрасенс, блядь, битва экстрасенса играешь? В углах, смотри. В углах? У меня был в правом углу, если что. Что там? Оно укусит, укусит. А ну укуси! Меня ничего не укусит, Артур. А, тогда Максимум пар. Жарит. Рипа, блядь. Бу! А! Почему ты лежишь на это? Левее, левее. Оно уже левее. Кто оно, блядь? Левее. А! Левее от меня. Ты кто? Они левее от меня, говорю. Так ты долбоёб, скажи привет! Ой, правее от меня, блядь. Правее. Скажи привет! Да нихуя тут нету, блядь. На стенке. Да тут нихуя нема. Я не чувствую. Да, там, ты нихуя... Это всё? Да, уходи. Там, это был тестовый. Да, это был тестовый. Настройки твоих рук. Проверка яиц. И вот он откинул, блядь. Кстати, он ничего не сильно боится. Да, он не очень боится. Артур, заходи. Так, быстро? Да. Так, мне просто, ну, мне просто высыпать и все. По углам смотри. Блин, мне кажется, у меня укус. Блядь, иди. Ты че? Что? Мне кажется, у меня укус чешется. Покажи мне. Да это я ее грызанул, забей. Там кошка? Кошка может быть? Кошка может. Мертвая. Ой. Что? А съесть можно потом? Сель? Не, ну это едят. Олуб? То, что там есть, точно едят. Да, китайцы. Тут? Я сказал, он по углам ищи, сука. Ты такой, Йосиф? Да тут нихуя нету. Есть, есть. Мне надо срочно снять это. Подожди, Йосиф, я хочу, чтобы... Я снимал, когда ты дотронешься. Подожди, подожди, не двигай руками. Чему к воздуху, блядь? Подожди, подожди. Есть, одну, есть. Одну секунду, подожди, не делай ничего. Что? Как же долго. Давай. Готовь. В углах смотри, долбоёб, я тебе скажу. Как я не вижу! Конечно, не видишь, руками старайся. Да тут нихуя! Да есть, нет. Есть, блядь! Не в этом. В другом. Оно живой? В другом. А! Долбоёб! А! Ну вы тут нихуя ж нема! Да есть, блядь! Ты ж дотронулся, блядь. Лоб, ты дотронулся, ты что? Ты завали пиздачок, сука! Она пробежала в центре сейчас. Бля, охуенная, на самом деле. Нету? В центре, я сказал! Оно живое, да? Ебануться, ты животину туда засунул. Животину. Тихо, тихо, тихо. Да все, блядь, оно волосатое такое. Блять, ну что это? Идите нахуй! Давай, Артурио, ты сможешь. Это киви. Да. Да? Да, хорош. Ебать, ты идеально дотронулся, но перекатился это. Блядство-то какое, нахуй. Че не свой как? Даша! Мы уходим. Даша еще? Да. Он фрукт поставил. Фрукт? Это фрукт обычный? Привет. А чего вы так все на меня смотрите? Даш, заходи. А на кого нам смотреть? Артур, на Ому, блядь. Артур вспотел уже весь. Реально? Готова? Там такая хуйня. Меня так укусило. Меня так укусило. Не надо говорить, что что-то кусает. Кусает оно, сосет потом. Меня кусало. Осторожно! Да отстань, зло! Иди, блин, в жопу! Я хорошая пара! Блядь! Я сам очканул, нахуй! А что это? Это яйца. Да не, ей вообще похуй, бля, она просто руки засунула, взяла.
Это мячик? Как тебе в жопу прям? Нет. А что это? У тебя такой мячик был в детстве? Не знаю, похоже на мячик, который для... Ромы. Баскетбол. У меня не, блин, баскетбол. Да, для баскетбола. Короче, такой зелененький, знаешь, кидай. Да, для теннисный? Для теннисный. По весу тоже, да, подходит? Нажми. Не, он чуть-чуть по... Не, это что-то мягкое. Это какая-то картошка, знаешь, такие типа есть. Нет? Нет. Что это? Это съедобное? Не знаю. А я могу? Не дари сильно его. Нет, нельзя? Нельзя. Хорошо, не буду. Оно живое. Оно с это колобок. Оно с какими-то... Это колобок. Это ёжик. Там какие-то странные штуки остаются на руках. На сперму похоже. Я не знаю, что это. Предположим. Сладкое. Сладкое? Да. Не знаю. Фрукт? Угу. А какие фрукты? Ну, как картошка такой. Как картошка? Надо чистить анзелянутом. И хаваешь. Вау, класс, деньги можешь скинуть туда. А, киви. Так, хорошо. Изи. Так, все выходят? Да, все выходят. Кого следующего первым? Я. Давай я. Да, давайте наоборот. Давай я. Я первый буду, давай. Хорошо, ну выйди отсюда. Так вот ты меня... Так выйди, что я при тебе буду пихать? Вытащи меня, выкинь меня. Выходи. Выходи, заходи. Выходи, заходи. Бля, короче, там такое потом будет в эфире. Так, все, меня нормально слышно? Бля, жаль, что чат нельзя вывести, потому что мне надо с телефоном ебаным ходить. Так. Короче, сейчас будет вот эта тема. Он не настоящий, если что. Вот так я включать не буду, конечно. Я надеюсь, видно, пиздец. Так, секунду. Сейчас же злой зайдет, пиздец. Артур! Артур! Заходи. Да, слава, надо было позвать. Я первый? Ну да, да. Тебе пизда. Тебя сожрет нахуй. Всем привет, меня зовут Артур, я злой, и сегодня я буду засовывать эти ручки куда надо. Наконец-то хоть куда-то их засунешь. Давай. Сюда не смотри только. А живое что-то будет? Конечно. Блять, я вот живое не хочу, пиздец. Я так не хочу ничего живого. Близко? Где оно? Ищи. Где оно? Не хочу жить. Знаешь, ты в джунглях. Джунгли? Это... О, блядь, это моя рука. Только не стойте в коридоре. Ой-ой-ой-ой, блядь, оно живое! Что, нащупал что? Ну, пластмассовые. Это... Не, это игра, это игрушка, это игрушечный паук. Это игрушечный паук. Это изи, типа, я понял. Что, давай ставь? Пускай знаешь, где он будет? Вот так, нахуй, сразу. Пускай он будет вот тут в углу. Давай, блядь, сюда, блядь. Я скажу, что я отказался, если что. Давай. Давайте, кто следующий? Я! Давай. Спасибо, Зоя, если что, отказался. Я ебал, нахуй. Он отказал. Нет. Он отказался. Мне шеф разрешил, говорит, приходи. Ой, там паук. Ладно, там игрушка. Там игрушка, короче, резиновая. Вот она. Ты чё такой пенис, блядь, смелый нахуй? Ну это игрушка. Блядь, хватит. Возьми, сейчас подумай, что вы такой срок дали. Подожди, давай я поделаю вид. Эй,
Фух, сейчас, подожди, секунду, я соберусь. Ты готов? Да. Что делать? Короче, все, мы отказываемся, зови следующих. Даша и Марина. Давай, Даша, я была в обиде. Блядь. Их никто было не слышно. Пизда. Серьезно? Я ебал с ним больше это дерьмо. Посмотри на ебало. Он отказался. А я за ним. Рома, там, кстати, можно видеть. Вау! Не смотри. Я не смотрю. Нет, там маленький, там, конечно, ничего не видит. Готова? Да. Сука. Вот сейчас мне почему-то сыкотно. Блядь. Я тебе скажу, короче, я тебе скажу так, неприятная хуйня. Неприятная пиздец, как будто в нерв залазит. Сука, я не знаю, что это, мне страшно. Вот, я думала, что первое... Я тебе, возможно, оправдываю, но никто не знает, что там. Пиздец, ты напугал. Ну, как могу. Даже руки я не застунула туда. Кто меня тронет, я его тоже трону, так что не надо меня трогать. Хорошо, не буду. Бля. На член похоже. Нет, не похоже. Это не живое же, надеюсь? А! Да блядь! Сука! Даша, я же не трогал. Ты чё ты? Я что-то почувствовала, мне стрессикую. А я почувствовала. Смотри, давай, хочешь я тебе скажу, до чего ты дотронулась? Не. Хотя... Не говори. Я уже... А можно я закончу? Я ливаю. Нет, нельзя. Нельзя? В смысле, отказываться нельзя? Нет. Ну, понял, хуй нашел. В смысле, отказываться вообще нельзя? Да не, можно. Блядь, что это такое? Почему оно такое? Да, аккуратнее чуть-чуть. Аккуратнее? Я не хочу, мне стрёмно какие-то. Схватила за лапу, блядь. Даже аккуратней, Даша. Там какие-то иголки, ну типа, не знаю, как это называется. Она в камеру прям смотрит, блядь, чат, я вам сейчас в телегу фоткаю, что тут ничего нету. Там нет ничего. Да нет, ничего нет. Мы закрыли. Камера закрыта. Я боюсь. Я не... Ром, там какие-то пол... такие, знаешь, как палочки, да? Шипы какие-то. Ну зачем ты ему объясняешь, это он да? покупался. Я говорю, что я нащупала, типа. Я дальше не полезу. Нет. Палочки. Попробуй еще раз. Мы не пугаем, мы ничего не говорим. Это игрушка. Эх, сука. Я думаю, ты за лапы сказала, пиздец. Когда ты сказал за лапы, я подумала, что это живое. Так что это такое? Не орите к нам. Так она выдала. Кстати, а там не видно в телевизоре вам? Ну, в телеке, кстати, да. Да, кстати, блядь, надо как-то закрыть. Да покрывало есть? Смотрите, покрывало просто есть? Все. Не смотрите. Есть покрывало. Ну, сейчас, я просто закрою, потому нет, что это визуально не... может быть, понимаешь? Не смотрите, просто типа ради зрителей и все. Согласен. Согласен, брат. Зрители, как вам шоу? Шоу. Ты читал коммент? Это пиздец. Про что комменты? Не, ну пишут, типа, пиздато круто. А есть колонка, Даша? Есть колонка какая-то, Даша? Колонка? Да. Телек включи и все, говорят. А, бля, реально. Точно, блядь, ебать, гений. О, бля, чат — это самые умные люди, блядь, на вселенной. Да, блядь, я делал вообще. Марвел, блядь. Ебать, вы гении. Да, они гении. Я не знаю, чат знает все абсолютно. Бля, я не понимаю, как камера стоит, мне не видно, да? Можешь музыку включить на ютубе. Камеру можно с ним сейчас зайти посмотреть. Арина! Иду. Ариночка, иди сюда. Бля. Блин, это страшно. Спасибо. Можно вопрос, пожалуйста, как да. люди получили киберпанк сегодня? Меня я это не так знаю. Раздражает, это просто пиздец. Ну, написали, потому что... Почему? Челкину написать надо. Хотел поиграть в киберпанк? Я очень хотел поиграть. Сейчас, помню. Всем похуй на меня, блядь. Я никому нахуй не нужен. Бля, как нам на ютуб музыку слушать? Ладно. Что, Арина, ты готова? Есть предположение? Ну, сейчас жестко. Я поняла, что это страшно.
Это очень страшно. Короче, я тебе больше даже скажу, это максимально противно. Никто тебя даже пугать не будет, тут не нужно. Бу! Бля! Наебал. Мяу! Да сука! Объяви им просто. Да, на твой сейчас. Глубже. Блять, злой, молчи, пожалуйста. Глубже. Извините, пожалуйста. Глубже, Арина. Блять! Щоп, подождите. Подождите, сейчас. Блять! Аккуратно только. Сейчас. Жиза, мне. Блять, ну я не понимаю, нахуй, я же трогала здесь. Блин! Больше нет такой. Я надеюсь, я не убила никого. А? Не делай так больше, вода есть. Вода есть. Что злой делать? Что пишет злой? Злой сидит. Бу! Ладно, это не живое. Ну, сейчас да. Уже да, блядь. Уже дари. Блё! Что это? После того, как ты ёбнул? Фу! После того, как тебе пиздануло, сука, по башне ему, нахуй. Нахуй ты его давил, блядь? Мне кажется, это какой-нибудь игрушечный паукан. Да, правильно. Ты угадала, молодец, ты гений. Так. Спасибо. Я сначала так испугалась, а потом такая... Ты видела, как она? Она его чуть не ёбнула, Арина, так больше не ёбнула. Я тоже так, короче, пиздуйте. Только идите сейчас на кухню, потому что мне кое-что нужно принести в другую комнату. Тогда Арина первая будет. Да, хорошо. Не, можно я первый, пожалуйста? Нам меняться. Так, чат, я вас оставляю на секунду буквально. Сейчас будет этот лапша, типа дошика. Сейчас надо куда-то ее пересыпать. Бля, мне кажется, кто-то точно обосрёт. Ебать ему! Оно на ощупь, правда, оно холодное. Давайте, кто первый? Я иду. Так, Арина первый. А, стоп, Арина, откат. Бля. Высыпать. Ладно, давайте. Все, Арин, давай! Дальше? Готово? Аккуратно, Арин, больше не... Повезло, что там игрушка была. Угу. Да-да. Готово? Готово. Ладно. По стандартной схеме. Блять! Подожди! Что? Что-то холодное и мерзкое. Жду.
Оно... Да, блядь! Нет, песок, блядь! Не-не-не-не-не, подожди, сейчас. Так, ладно. Оно шевелится? Попробуй. Ладно, все, больше не будет. Блядь, только не говори, что это червяки, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это не червяки. У этого есть свое название. Блядь, нет, сестру. Нет, нет, что-то... Все, ладно. Все. Оно вроде не живое. Думаешь? Макароны? Да. Блять. Фу, офигеть. Жестко. Блять, я только их выспал, не знаю, как их потом этот. Обратно. Так, кто следующий? Давай. Погоди. Готов? Да. Там пизда, да? Мне делать вид, что мне страшно? Как хочешь. Там страшно? Да. Пиздец, да, страшно? Да. Алло! Не... Что это за хуйня? Не убивай! Что это за хуйня? Ебать, минус челик. Что это за хуйня? Подумай. Воняет. Навозом каким-то нахуй. Ты что ли каша, блядь, какая-то готовая? Не ри так, потому что там, слышишь. Говорят, руки помыли. Это я просто Арину трогал. Ты, блядь, какая-то каша. Нет. Долбоёб. Да нет. Мы что, схаваем, блядь? Попробуем на вкус. На, понюхай. А что это такое? Ты угадала? Да. Я даже... Да. Это не каша? Нет. Ты дурак, ты не можешь угадать? Ну, я вообще, это я не знаю, зачем я нюхаю, у меня запах... Я тоже не знаю, тебе надо щупать, блядь, ты нюхаешь. Не, может, ты коронавирус проверяешь? Не, у меня запахов почти нет. А, да? Ну, они не вернулись, что я могу сделать? Потом мне ковидная хуйня еще одна приехала, блядь. Нюхай, что 92. Блядь, это макароны. Да. Ёбаный короче, сыр, блядь. Короче, сейчас придёт злой, говорите, что вообще не страшно. Хуйня, типа, говорим. Артур? Пизденка мне есть. Это точно тебе. Думаешь? Думаешь, так пизденка пахнет в этим? Стой, Артур, не заходи, не заходи. Плохие новости. Я девственник, и что, блядь? Я тоже. Ну вот и все, блядь. Так еще не заходи. Ты туда знаешь, когда... Хотя ладно, мне Наташа рассказывала. Не будем говорить, что... Артур, заходи! Можешь спросить реакцию или ребят? Да, забей. Хуйня просто засовывайся. Как ты делаешь с любой девушкой? Артур, не страшно, не переживай. Да. Этот раз вообще не страшно будет. Самое не страшное. То есть ты не доверяешь своим друзьям? Не, серьезно. Я не серьезно, знаю. Хуйня полная. Я не знаю, почему Рома не может... Засуй руку. Не, зачем ей? Давай, Артур. Ты еще, блядь.
меня чехол сломался, пиздец. Но это не из-за этого, то, что там. Надо чехол почекать. Как у меня палец трясется. Класс, дуб. Двумя руками давай пробуй. Блять, почему, чат, почему парни нюхают? Я все нюхаю. Что за фигня? Почему вы нюхаете? Где руки засовывают? Я все нюхаю. Где руки засовывают? Я пизду засунул. А тут где руки? Что за странное? Что за странное? Бу! Мразь! Аккуратно, блядь. Это гусеница? Нет. У этого есть свое название конкретное. Ты твой завтрак уебищий? Нет. Я когда яйца чешу, тоже нюхаю. Сопли? Сопли. Это вермишель. Да, хорошо. Это вермишель. Да, очень. Да. Ну, дядь, оно мокрое. Бля, ему вообще не страшно. А что, ну чтоб ты туда, блядь, не знаю, кончил. Бы интереснее было. Я могу тебе кончить. Даш! Я не против. Шутка. Или нет. Ну, ты сказал. А как ты будешь делать следующий выпуск? Не знаю. Давайте я тебе его проведу. Я знаю, как сделать. Как? Как именно? Ну, я сделаю с той хуйней, с паркуром, как я тебе говорил. А, ну можно, кстати, да. Даш, там не... очень стрёмная хуйня. Нет, забей. Вы так всегда говорите, я не забей. Мы как твои друзья тебе говорим, что там нихуя не хуйня. Ты не веришь? Ты веришь, блядь, вот ей. А почему мне нельзя верить? Извините, пожалуйста. Ты пиздоболка. На это по-доброму. Блядь, что ух ты, мразь, да какая? Она левее чуть теперь. Левее чуть-чуть. Чё это? А! Что это? Это что-то... Ты правее. Ты пиздишь на одном месте. Стрёмно? Да, какая-то гречка. Что это? Что это такое? Сделать этот мем гречка. Демотиватор, блин. Ну реально какая-то гречка. Я одна тут единственная сыкуха, походу, главная. Нет, злой, а главная сыкуха. Нет, я самый смелый тут, очкошник ты. Не, я тоже сыкуха, но... Я очень смелый, мне похуй. Мне уже похуй. Это макароны какие-то. Я смелый, да? Парень. Да, да, это макароны. Сука, я не знаю, меня чат забанил, чтобы я их раскидал, я теперь не знаю, как их убирать. Мы будем посмотреть, как ты их будешь убирать. И вот их там. Да, блядь, я ставил контейнер сначала, они говорят, высыпь. Я высыпал, они говорят, раскидай по контейнеру, пиздец. А, не, в миске тоже не варик, да? А можно доесть? Даешь. Что-то не убирал, ему съесть. Можно? Да завари нахуй. Чат, или вы хотите покушать? Чат, ты покушал сегодня грязюку? Я сейчас почитаю. Может, вы хотите покушать? Блядь. Чат? Тут макароны будут теперь в этой хуйке. Дэд. Угласная подставка для телефона. Кто-то их покушает. А эту штуку нельзя? А когда ты хочешь провести второй? А ты на этот кончил еще? Не, я просто знаю, как знаю, как сделать так, чтобы было настолько страшно, что пиздец. Да, 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 добавить змей, тараканов, мужчин. Нет, 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 поверь. Я не знаю, но тестовый, типа, я. Не, понятное дело, что тестовый. А что вам не нравится? Мы выходим, Ром? Нет, 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 не то, что не нравится, я спрашиваю у него. Типа, что. Выходим. Выходим. Выходите, давайте. Хорошо, ты будешь первым. Что? Нет! Выходи. Кто тут такой? Посъебный. Давай, Сиба. Может, ты ко мне? Сиби. Давай ты ко мне. Давай, выходи. Я что-то потерял. Ну, выходи, давай. А где все? На кухне налейте. Короче, следующий, я не знаю, сейчас что-то обычно добавлю. Сейчас я добавлю хуйню, а потом будут тараканы. Убери остатки, да похуй на них. Ку-ку-ку.
Сами знаете, кто доест. Так. Даша! Давай, ты первая. Сейчас, погоди, стой. А, не, заходи, заходи. Там, там нет ничего стрёмного, точно? Есть. Сейчас, секунду, еще не открываю. И не смотри, потому что я телевизор включу. Угу. Включи просто обои. Я не знаю, как их включить. Бля, сейчас они включаются. Нет. Он его выключил. Включил и выключил. Дурак. Ну давай, Рома. Да сейчас я... Блядь, какой НБО. Все. Готова? Да, тут ошибка выбилась. Ебать. В чем ты сказал ебать? Да ничего. Блять, что это? Нечто большое. Аккуратно. Ты рофлишь аккуратно? Что это такое? А! Блять! Это живое что-то? Нет, это какая-то еда, да? Я не знаю, что это, Ром. Но оно не опасное. Это какой-то торт? Тут опасного ничего не будет. Это торт? Нет. Это мясо? Нет. Это рыба? Нет. Это продукт? Я тебе всегда буду говорить нет. Да ты дурак! Кто? Дурак! А как мне тогда угадать, что это? Ну не знаю, потрогай, может, не пальцем просто. Возьми в руки. Я не хочу! Ты говоришь аккуратно, а я и боюсь. Я не понимаю, что это. А как мне трогать? Я же чупаю. Это курица. Смотреть. Да? Смотреть? Да. Это курица же? Да, это курица. Скилл, блин, может, готовки. Может, тут сидит? Сиди тут. А подожди, пожалуйста, не понимаю, это курица. Никогда, блядь. Чё ты орёшь? Кто следующий? Кто следующий? Так, Даша врать не будет, понятно. Да, вот Даша не врать не будет. Хорошо. Но если не кричала... Да. Да. Такое ощущение, как будто тепло какое-то здесь. Это битва экстрасенсов. Это... Ладно. Ладно, по стандартам. Угу, я поняла. Так, угу, я поняла. Так. Углы почищены. Правом дальнем есть. А. Угу. Я поняла. Стандарт. Я поняла. Да, я поняла. Хорошо. Так. Но это не живое. Я чувствую это. Я... Блять, что это за смех такой, когда я сказала, что это не живое? What the fuck? Че ты пишешь, ведьма? Блин, что это такое? Блин. Похоже на какой-то банан. Банан. Блин! Где же книжки? Да. Там еще одна стоит. Тихо-тихо-тихо. Аккуратнее. Не бей только. Да нет, куда? Почему ты всегда говоришь аккуратнее?
Ну, чтобы не били. Вдруг что? Это какая-то творожная масса? Нет. Засунь правую руку немного пониже спусти. Блять, что это такое? Фу! Похоже на какую-то... как будто я какую-то черепаху глажу. Какую? Не, оно не живое. Оно спит. Попробуй правой рукой, поймешь так. Вот правее его прям. Правее и вниз. Оно спит. Да блять, я не могу! Именно вправо не могу! Почему именно вправо? Ты живое? Мне кажется, это моя рука пульсирует, поэтому мне кажется, что там кто-то дышит. Блять! А, это, наверное, какая-нибудь, знаешь, типа игрушечная жаба, может быть, какая-нибудь такая. Нет. Что это такое? Кое! Подожди! Я не понимаю, это не живое, но это мерзко и страшно. Внутрь засунь туда. А, это курица! Не ори так. А, блядь. Я так же, я еще короче сюда иду такая. Да. У нас эмоции, что нам делать? Говори, чтобы они наушники надевали и сидели слушали музыку. Иу. Да, да, да. Фи. Мерзость. Следующий. Стой, 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 не заходи. Не заходи еще. Я забыл коробку. А, да, сейчас, сейчас. Еще не заходи. Ну не заходи. А, это я. Ты. Да-да. Давай, Артур. Я не понял. Чисто на смелости захожу, засовываю, проверяю. Стой. Чисто на смелости захожу. Ты, сука, достань. Не, отойди. Вот, чисто. Почему у тебя слезы? Где? Ты плачешь? Не, чисто на смелости захожу. Да, прям резко. Захожу. Засовываешь и угадываешь, что это. Куча. Давай. Еще раз. Не. Чисто на смелости захожу, показываю один раз. Сейчас. На смелости, как надо засунуть, угадать. Как надо угадать. Я вам покажу, как надо угадать прямо сейчас. Давай, не дотрагивайся, угадывай. На смелости. Мороженое. Ай, блядь! Сука, мерзкая. Мерзкая хуета, да? Огромная мерзкая хуйня. Не огромная. Не одна. Тихо. Ну, хз, значит, огромная. Я бы сказала, что она не маленькая. Ниже палец. Вперед. Что это? Это кусок курицы. Нет. Тяжелая. Это куриная хуйня. Да, да, хорошо. Достань, блядь. Блядь, как же мне долго девчонки не было. Так. Прикроюсь я. Знаю, что мне делать. Уф, резинка. Поближе теперь. Смокота. Аня, заходи. Смокота. В телефоне нахуй и тот идет. Я чат читаю. Я хочу запостить в инсту, как всем похуй на меня, чтобы мне никто не дал киберпанка, блять, уёбки ебаные. Готов? Надеюсь, тот, блять, администратор киберпанка, нахуй. По сути.
Бля, вам настолько похуй, блядь, вы чё, вообще охуели, блядь? Мне не было похуй сейчас. Мне не было похуй сейчас. Засовывай. Может, Артур, пойдёшь подрочишь? Спасибо за совет, подруга. О, да. 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 Что это за дерьмо, а? Это воздух, долбоёб. Она тут что-то есть уже, кстати. Опа. Бля, что-то неприятная тварь какая-то. Ёб. Да, приятная. А где мои? Да-да-да. Да. Приятная зуб, а? Ты долбоёб, блядь? Да. Ну, я понял, что это что-то... Да. Ладно, она не двигается, это уже радует. Она спит просто. Он спит. Да, да, блядь. Конечно, сонную принёс, блядь. Да, дядя. Дядя. Что такое? Что такое? Приятно? Каждый раз, когда заходишь... Это курица. Суёшь туда. Это курица! А может, это ты курица? Давайте, выходите. А можно посмотреть на неё? Только идите в другую комнату и закройте там дверь. А можно посмотреть на неё? Да. Ёбки ебаные нахуй. В мою комнату? Да, 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 закройте там дверь. Это уточка. А можно её потом съесть? Она всё равно типа уже в готовом виде. Можно съесть? Да, да, съешь. Можно её заберу себе? Забирай. Да, давай пиздуйте. Грязюка. Хуя вторая, блядь. Ебать, начните шифрить злого с курицей, блядь. Бля, не надо было ее переворачивать. Мне кажется. Куда мне ее впихнуть теперь, блядь? Лети! Что, вы готовы? Короче, у Даши фобия на насекомых, поэтому я ее позову, ну, не буду звать. Что пакет? А, плохо. Давайте, Артур первый. Кто идет? Ну, кто идет? Давай, Артур.
где моя цыпочка? Где моя цыпочка? Где моя курочка? Готов? Где курочка? Покажи мне курочку. Где курочка? Курку покажи мне. Да нету курки. Ты что, ее выбросил? Нет, вот она там лежит. Покажи мне. О, она живая? Да. Чтобы никто не трогал. Пальчиком. Я вам покажу, как надо выходить правильно. Смотрите, сначала мы ее ласкаем, эту коробочку. Малая, я ебал. Своложим, чтобы волога был. Теперь смотрите, как правильно. Сейчас мы... Это когда ты первый раз не знаешь, что там тебя ожидает, хоми. Ты такой засовываешь. Ля. То, блядь, подожди, первый раз у меня рука так не влазила, блядь, сильно. Похуй, нихуя, малая, все у тебя типов было. Ух ты ж, ёсып, там что-то живое. Там что-то живое? Не ори так, нет. А! Чел, иди нахуй! Так не ори, потому что в комнате может быть сложно. Ну, когда я малую так засовывал, там такого не было. Оно съебалось, дядь! Его нет! Кого его? Оно в ёбен заеби... Его нет! Дядя! Кого, блядь? Это хуеты, оно втекло! Да нет, просто хуйное. Чел, иди нахуй! Можно одной рукой, да? Давай двумя. Двумя ищи. Не, я ебал, слышишь, иди нахуй. Да ну, типа, бегает, блядь. Блядь. Сука, оно бегает, чел, оно было в центре. Так ты просто... А! Ура. Это вермишель? Ну, это с прошлого раза. Аккуратно? Ты сказал слово аккуратно? Я каждый раз говорю аккуратно. Ну где? Ничего нет. Я знаю, что это. Это таракан. Нет. Блять, прифайером, сука, стрельну. Это насекомое. Это насекомое, да? Конкретно. Ты черт ебаный, блять. Ну я ебу муха. Да ладно, я засчитываю этот таракан. Чел, иди нахуй. Иди нахуй, блять. Посмотри. Блять, я бы... Просто иди нахуй, просто иди в пизду, блядь, чел, ну его нахуй. Я хочу посмотреть чат. Я ебал ту Люсю. Арина! Арина! Блядь, типы. Давай. Арина, заходи. Почему именно я? Ариночка, потому что... Какой тут вы? А, стоп. Вы... Сейчас, Ирина, включу. Да, кстати. Какой тут вид? Но злой довольно долго угадывал. Потому что я тупой. Ага, ну тогда ладно. Скажи пенис, если прочитал. Блять! Что? Блин!
Уже что-то тактика по углам сначала начинать не особо работает. Ладно. Аккуратно, главное. Это раскидано, как минимум. И надо понять. Вы живые? Ебануться. Сейчас. Сейчас. Не, вроде не дотрагиваются. Опять какая-нибудь вермишель ебаная. Ну это с прошлого вопрос. Ага. Да ладно. Это с прошлого вермишеля. Точно? Блядь, я не туда скинул. Серьезно? Да, да. Вермишель с прошлого, я просто не все убрал. А, лол, что? Поняла. Кто издает эти звуки? Стол. Чего, блядь? Опять ничего? Нет. Твоя тактика, где твоя изначальная тактика? Блядь, я поняла, спасибо. А, ударилась, сука. Блять, вот что это за хуйня? Она дотронулась. Подожди. Чё? Фу, у меня аж мурашки. А, да что это такое? Не ори так сильно, ну, когда будешь предполагать. Все, я так не могу. Блин, чё в углу лежит так как-то... Маленькое какое-то мерзкое, блядь. Все, блядь. Иди ты хуйня. Куда оно делось? Блядь. Ты вермишель еще. Оно разве так далеко откинулось? Оно могло так далеко откинуться. Блядь, что за хуйня, блядь? Ну, Рома! Что? Да что это? Это фантик какой-то? Какой? Блин, я не понимаю, оно перемещается или оно просто так уходит от меня? Что такое? Бля, Злой, ты реально говорил про воображение, вот это, что люди придумывают? Да. Блин, почему? Нет. Подожди, все, ладно. Все. Да блин, да я не понимаю, почему оно так липнет, магнитится или что это? Это может быть магнит? Все, ладно. Резидент Слипер, да, блядь. Да, блядь, да я не могу, ну это пиздец какой-то, ну это очень стрёмно. И где эта хуйня теперь? Арина, подсказку надо угадывать. Она живая? Нет. Блядь, я не могу реально, подожди. Ну это пиздец, ну что это такое? Почему она липнет ко мне? Это фантик. Нет. Да. Не совсем. Бантик. Нет. Бантик.
Да, блядь! Как будто с усиками что-то там. Квик-хантик. Блядь, нет, я не могу, ну что это? Все, я сдаюсь. Фу! Блядь, ёбак! Короче, чтобы вы понимали, я когда Арину звал, она говорит, да, да я давно хотел. Она говорила, да я давно хотел, там мне похуй, на личинке там взяли. И разволновалась. Все, блин, все, у меня, короче. Валя. Я боюсь даже чат читать, если честно. Там... Они очень довольны. Только закроем. А, я закрою. Блядь. Да, можно идти. Тихо, тихо, Ирина. Давай. А ты очкошник, что? Я смелый. Бля, ты реально так боишься? Отъебись. Да ничего, все. В чате просто пищит. Фу, почему воняет? Ты что, пёрнула сразу? Возможно. Реально возможно. Тварь, блядь. Тварюка, блядь. А, вот она, блядь. Что это, блядь? Что-то бегает, тварь. Блядь, да я не могу его найти. Здесь один? Ты с ним говоришь или с кем? С кем говоришь? С вами. Ты тут один. Мы плод твоего воображения, блядь. Что это? Какая-то хуйня. Что это, блядь? Блядь, это вермишель. Ебать страшно. Просто. О, вот. Что это? Ну да, что-то бегает. Короче, блядь, вот так. Аккуратно только не. Ну и чё, блядь? Я не могу найти, блядь. По углам, Вадим. А, это какая-то, этот, таракашка ебаная. Да? И все, блядь, просто таракашка ебаная. Где реакция? Опять нюхает. Посмотри. Посмотри. Короче, у Даши фобия на насекомых, вообще даже на мух, поэтому я ее звать не буду. Да? Даш, можешь приходить? So cute. Даша! Ты убью! Чат, а я кого-нибудь убью, чат? Напишите, просто не знаю. Блин, я буду пересматривать. Он сейчас достанет и бросит на тебя. Вставай, нет, пожалуйста, нет, не смей. Вадим, я сразу сдохну. Что, блядь, дура, я его поднял. Ты его резнул? Ты потом рояль резнул, блядь. Вадим, Арин, воскресил. Арин, у меня к тебе есть подарок. Вадим, если ты это сделаешь... Слышишь, запихай их в бутылки. Арин. Вадим, если ты это сделаешь... Арина. Вадим. А! Фу, сколько их у тебя там? Арин. О! Давай. У меня тоже есть фобия, обо мне никто не позаботился. Арина, перед тем, как я тебя звал, Арина, пойдешь на карте на щупотка? О, да, мне кажется, я бы там вообще не боялась, даже личинок всяких тараканов я такой принял. Давай я этот, давай закидывать их. А Рома боится их? Рома, походу, нет.
Ну вот эти какие-то, бля, короче. Я просто понял, что все надо делать заранее. И я такое разъёбное могу заказать. Я понял. Тут я охуел, блядь, таракан, ты чё, блядь? А? Он улетает! Не, оно не летает. Нет? Ну ты, блядь, еблан, чё, конченый вообще? Наш школьник. Лови его! Словил, на. Чё вы орёте? Ебать, убежал под диван, Даша всё... Даша уже всё такая, мы съезжаем, блядь! Ребят, с тараканами все хорошо, я их верну владельцу. Никто не пострадал, и их, скорее всего, продадут на корм птицам. Блять, как меня бесит их брать нахуй. Так что не переживайте, никто не пострадал, их продадут на корм птицам, и все будет хорошо. Пострадала только Арина. Не переживайте, их скоро сожрут. Пиздец. Не, на самом деле могу их отпустить просто. Давай, по квартире. Попробуй. Нет, возле дома не отпускай. Так, возле дома не будет. Блядь, ты чё, ебанат нахуй? Этот, блядь. Донателло, блядь. Ты чё заснул, блядь, еболдыш? Хуя ты, блядь, проснулся, нахуй? Ты чё? Ты чё, ебанат? Ну, какие мерзкие, пиздец. А что с челом? Тихо, блядь. Удушающий. Как ты их трогаешь? Тебе нужно было взять этих, блядь, мадагаскарских, которые шипят. Да, пытался их заказать, короче... Их надо предупреждать за неделю. Тараканов? Да. Алло, таракан, таракан. Алло, таракан тут долбоеб ушел снимать. А таракан такой берет шляпу. Блять, опять на работу. Меня эти клик-клаки заебали, блядь. Блядь, это... Я тоже не люблю. Шустрый, блядь. Нихуя тебе, блядь. Шмейди. Блядь, стоп. Нихуя ты, блядь, быстрый. Ластовый? Нет. Бля, какой ж ты, блядь, знаешь кто ты? Не буду говорить. Я знаю. А этого мы подарим Аринян. Прямо сейчас? Блядь, ты охуел? Блядь, иди на центр, нахуй. Опа, блядь. На! Но он убежит и... Да, он может убежать. Ладно, ладно. Всё? Да. Ебать там говно, блядь. Челики посрали. Это макаронина. Так, я думаю, еще два предмета, ребята. Финальный один будет еще. И можно заканчивать. Чат, вообще вам нравится, короче, мой проеб в том, что я начал все думать очень поздно. То есть я думал, что 3 дня хватит для того, чтобы реализовать все идеи. Один убежал. Рома, может короче, я... Ром, пишет, один убежал. Рома, может я подготовлю тоже один предмет? Нет, Ром, я тебе предлагаю, короче, смотри, ты на своем стриме слишком много организовываешь всех хуйни, я организовываю тебе... Второй выпуск сам, и ты в нем тоже участвуешь. Давай. Я все сделаю сам. И закуплю всю живность всю. Я хотела еще один предмет положить для вас всех и для Ромы при этом. Хорошо, давай напоследок тогда оставим. Хорошо, да-да. Я вообще на... даже могу... Пишут, знать... на пол один упал. Да похуй, все. Кто не упал на пол? Нет, тот, который упал, я его взял. Они видят, что Даша, короче, читает чат и пишут, один на пол упал. Нет, даже никто на пол не упал. Короче, тогда давайте последние два. Давай. Я тут... Рома, куда ты... Пожалуйста. Что? Я пойду в твоей комнате рассыплю. Чат. Нет! О, чат, а теперь переходим в Телеграм, и я разыгрываю между вами эту замечательную баночку с тараканами. Белка дохуя, 100% почти, ребята. Арина, хочешь? На. Все, уже Арина, не разыграю. Арина, не так надо держать. Надо, во-первых, перевернуть и открыть крышку. Все, не открывай, а то реально убегут. Все нормально? Мне как-то раз одноклассник притащил мертвых цикад, полумертвых. И рассыпал, моих, да, и рассыпал его по моей парте. Пиздец, уёбок. Согласен. И они, короче, начали бегать. Да пиздец. Я перевернулся. Нам выходить? Да, да, вы да, видели, как цикад? Пойдём. Я же не видел ни разу цикад. Пойдем. Они такие мерзкие. В слове цикады что-то романтичное такое. Да, это есть... Что там, плащ цикад, аниме такое есть. Это ужасы, кстати. Так, выходи, Даша. Бля, короче, из-за чего я в тильте, потому что я начал все делать за пару дней, то есть за 3 дня. Короче, чтобы вы понимали, что должно было быть. Должен был быть скорпион,
Мне сказали, что скорпиона надо как минимум за неделю. Ручной скорпион, без яда, без ничего. Должны были быть вместо этих тараканов, я за ними сегодня утром ездил. Вместо этих тараканов должны были быть мадагаскарские жуки. И еще должен был быть один кенти, которого не буду спойлерить, потому что мы будем еще это делать. А, ну и паук должен был быть. Настоящий, тоже без яда все. Нахуя спалил, потому что Вадя сказал, что он будет реализовывать. Ребята, блядь, очень хорошо, что у нас есть в Киеве, ну, типа, ребята, которые могут это все предоставить. Потому что там, блядь, столько всего, вы ебанетесь. Там просто можно столько всего. Сейчас. Вообще, вам нравится такая идея или нет? Бля, такой проёб, конечно, от меня. Извините еще, что не 10 камер, но зато у нас есть... зато у нас есть контейнеры. Контейнеры есть зато. Это есть еще пельмени. Заморожены. Даша, теперь ты первая. Все, я сейчас подыграю немножко. Сейчас будет остров. Надеюсь, на этого фобии нет у меня. Чё ты сказал? Давай, заходи. Заходи. Рома. Там ничего нет, я не переживаю. Ты меня этим напугал. Готова? Бля, тут не хватает толпы на крик-клаке, которые бы делали... Блядь, я не... мне страшно после тараканов. Стоп! Не смотри, повернись назад. Повернись назад, не смотри. Ты не смотри. Все, смотри. Бля, Ром, я боюсь уже. Мне типа стрёмно реально. Блядь, что это? Оно не живое? Оно мокрое. Слизка, я бы сказал. Но это не насекомое. Это кто? Ты мне скажи. Блядь, мне страшно. Я не могу. Мне реально очень страшно, Ром. Я не хочу это брать. Не-не-не, я боюсь. Пробуй. Не хочу. Давай, пробуй. Мне странно. Я все вспотела, у меня подмышки потные, пиздец. Хочешь понюхай, это пиздец? Не, не хочу. Мне реально плохо. Пробуй, Даша. Блядь, фу. Что это? Справа еще есть. Ага! Что это? Не знаю. Я не знаю, что это, Ром. Это какие-то, как будто пирожные, нет? Оно живое? Не знаю. Бля, я не ебу, что это, Ром. Но я потрогала это. Раз 10. Ну, возьми в руку. Я взяла в руку уже. Я брала. Подержи. Я не хочу держать. Попробуй. Я не хочу. Я ссу.
Смотри, держу в руке. Оно не шевелится. Ты держи. Ты пальцем, блядь, его держишь. Возьми в руку. Я хочу держать пальцем. Я сыкунья. Я сейчас заплачу, Рома, мне страшно. Ну все, тогда доставай руку. Что это такое? Ничего не кричи сейчас. Смотри. Блядь, это перевес. Ничего не кричи. Пиздец. Ты, Рома. Не, Даш, не показывай нос. Чтобы никто не понял. Чего ты, блядь, пельмени испугалась, пиздец? Пельмени испугалась, пиздец. Меня напугали. Лучше бы варить их научилась. Отстанет меня. Кто следующий? Я. Чего? Я не знаю, я плачу. Я испугалась. А то? Заходи. Ты должен сказать, подержи мою голову. Сам буду. Готов? А ты готов? Блин, а зачем ты колу брал? Я бы ее пил. Тебе не понадобится больше. Блин, по твоему лицу видно нахуй, что ты, блядь, обосранная от всего. На стене. На верхней крышке. На стене, блядь, что ли? Долбоем, блядь. А что у тебя такое лицо испуганное? Ну там живность, да, какая-то опять? Я не буду говорить. Ну не говори, блядь, я тебя не спрашиваю, нахуй. Да! Он какой-то бесстрашный. А что на стене? А, ты же не снимай этот потолок. Все, уже все равно. Что за хуйня? Скажи мне. Ой, блядь, тварь. Это пельмень? Я думал, это улитка сначала, ебать. Я такой веду и думаю, ебать, улитка это нахуй. Рейка, это не рейка, чтобы не какой на ощупь? Я тоже думала, что это какая-то улитка или что-то такое. Да, я тоже думала, улитка. Я так обосралась. Крикни, типа ты этот. Типа ты обосрал. Блин, ну ты ебал. Блин, сделай, только все не слышу, типа они говорили. Сейчас я ебал, сделаю, слышь такое. Видите, вот так все. Да. Все хотят вот так выпить. Валя, впервые видишь, что ты испугался. Кто испугался? Я не тебя. Кто испугался? Заходи. Ты испугался? Ну там такое, типа. Там пиздец. Давай. Неприятная хуйня. Стремно? Я... Она же не расплакалась. Она не угадала, если что. Да? Живое что-то? Тепло. Я чувствую тепло оттуда. Где везде чувствую? Дырки не смотри, главное. Тепло. Я чувствую ПЧ. У тебя руки нарастут. Двумя руками, давай, Артур, блядь. Да иди нахуй. Сука, взял себе тактику, блядь, чтобы быстро съебаться, блядь, за коробку одной держится, в коробке другой. Кусает? Кусает? Мы не мое кино играем, блядь, субтитры будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь, сука. Что, Петро? Такое что-то вязкое. Это тортик. Хуевертик. Хуевертик. А! Сучара, блядь!
стороны, наверное. Так все, мне Вадим уже пообещал, что я буду участвовать в таком. Участвуй. Я буду тебя снимать. Это Равлик. Это Равлик Паулик. Паулик. Это Равлик Паулик, нет, да? Нет, это другое. Что это такое? У этого есть другое название, это не оно. Оно живое? Да. Да? Что такое Равлик? Улитка. А почему он слушает? Мы же щупаем. Я срать хочу. Я еле хочу срать, не пугай. Я гаданул. Я очень сильно. Я гаданул, блядь. Это сам называется нащупал, блядь, а не нанюхал нахуй. И наслушал, блядь. Бу! Да иди ты. Я Сдану, блядь. Вот так. Я зарапперну. Ну хуй пойми что. Это... Блядь, оно слизкое, мерзкое, блядь. Возьми руку, как это пизда, только не сжимай сильно. Не, это... Извини, Даша. Не нюхай, блядь! В смысле? Что, Вадим? Он сказал, это слизкое, мерзкое, я сказал, это пизда женская. Это мидии. Это шутка. Мидии? Мидии. Да, это мидии. Даша обидел. Это мидии. Нет, это мидии. Что? Не, аккуратно. Что это такое? Что, блядь? Что это такое? Я спросил, мне это. Что это? Что это, блядь? Я не понимаю, нахуй. Давай, злой, блядь, что ты как тёлка? Да я не здесь понимаю, всё, я взял его в руки. Ну, это какие-то ковалки, блядь. Какое-то дерьмо, блядь. Какое-то дерьмо, блядь. Это какие-то фрукты, какие-то финики ебаные, блядь. Ну, живое, тебе сказали. Это не живое. Это живое. Это мидии, равлики, паулики. Паулики. Это, блядь... Ладно, это, ну, может, и не живое. Это не живое, блядь. Ну что это? Это мидии. А что это у нас тут у злого написано? Да, мы же ротные. Это мидии. Нет, это такое... Злой. А он знает. Повернись, там ебан. Что там? Ну, я не знаю, ну, что такое? Бля, там даже... Это пластилин? Нет. Можно разорвать? Посмотри. Нет. Я удалюсь. Но живое? Там просто в конце, типа, мне кажется, тяги. Давай, если даже видно, пофиг. Ты не... Пластилин? Нормально. Нет, не пластилин! Я бы сказал тебе, если бы... Я не знаю, что это. Оно мерзкое. Оно мерзкое такое. Слизкое, да. Но я не понимаю, что это. Но я не понимаю, что это, серьезно. Что это? Что это? Ну, блядь, ну пойми. Ну, такое уёбище. Ну, сдавайся, если... Я сдаюсь, я не знаю, что. Какая-то белая слизь на нем, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Арина. Что? Я ебал. Охуенные новости для тебя. Я сидела сейчас в Инстаграме и посмотрела историю Картмана, который заспойлерил, что там пельмени. Сука, ну зачем? Ну, блядь! Картман, сдайте ебал нахуй ему! Они, кстати, очень неприятные такие были. Картман. Ты бы испугалась. Эй, Картман. Сука. Ты бы испугалась сейчас, они неприятные. Да-да. Не, ну я что? Я сидела... Чтоб ты понимала, я чуть не заплакала. Я думала, что там опять какая-то хуйня. Блядь, я так и не понял, что это за залупа, серьезно. Типа... Бля, сейчас бы такой разъеб с Ариной был, пиздец. Что тут? Что там? Роман, выходить? Что? Что ты? Да, выходите. Выходите. Сейчас в конце снимем. А вам похуй, да? Так я еще заметила это еще тогда, да? Бля, Картман руин, сука. Картман, знаешь, кто ты? Ты? Да-да, ты. Эй, Картман. Ой, блядь. Бля, обидно, пиздец. Они реально на очередь такие, пиздец. Страшно. И в штаны. И в штаны, блядь. Короче, праздник к нам приходит, блядь.
Арина! Картман, если ты сейчас делаешь сторис, я твой рот ебал. Она не расправляет. Фу. Блять, он такой страшный, пиздец. Проходи. Готово? Последний предмет, да? Ну как, я поняла, там походу не предмет. Так, ну из такого осталось только личинки. Такого клип-лака не было еще. Я не хочу. Мне реально не... Ааа! Блять, ёлс! Ааа! Блять! Я устал, Ром. Всё. Это последнее. Ну мне уже всё, мне уже не хватает просто эмоций. Так, это хуйня была. Это не хуйни. Рукой вот так, да. Эту хуйня была здесь. Блять, ее тут нету! Нету. Проверим. Ты пизду, это какое-то сено, блядь, всё, я не боюсь. Стоп, это может быть сено, на котором что-то может быть. Блядь. А! Стоп, оно тут было, оно было тут? Да. И больше его там нету. Ну я... Ладно, это просто, типа, настрой такой, похуй. Сейчас у нас... Ой, Рома, включай скорее. Не смотри. Всё. Ром, ну это жестко. Это жестко. Ну, блядь, ну у меня ебаная... Знаешь, сколько я на это потратил? 5000 гривен. На сутки. Я надеюсь, я это не... Я это не убью? Я не хочу убивать. Да не, это жестко. Не, подожди. Не. Ну это какое-то сено. Типа, просто вопрос в том, живая ли эта хуйня в сене вот в этом есть ли, например. Или как? А если я убью случайно? Ну, сильно не бей, просто я не убью. Ну, а! Ну ладно. Это 100% какая-то трава. Мох. И... Ну это, короче, вот эта хуйня, это не... Это мишура. Все, на этом мои полномочия, все. Страшно, да? Бля, мне... Не, было страшно, что... Понятно было, что это трава изначально. Было страшно, что это
хуйня, на которой кто-то может быть. Кто следующий? Эй, чат. Чё, мне чатик интересно почитать? Я ничего не говорю тебе. Не-не, да, они тут. Что? Что в телефоне? Давай, похуй, 192, блядь, хуярь. Я могу даже не открывать. Бля, ей даже не страшно. Привет, Саш. Ей даже не страшно. Саша, привет. От нее до этого такой запашок шел, я чувствовал, что ей страшно, пиздец. Что ты там, блядь, ушатать хочешь? Я также в Наташку влетал, когда она приехала, только, блядь, с разгона нахуй. Давай. С разгона. Да, влетал, с разгона нахуй в дырку, блядь, фух, и там жопу, блядь. А, блядь. Че здесь? Не, ну с тараканами было жестко. Вот прям офигеть. У меня какое-то аж истощение. А, happy new year. Happy new year. Ну, пиздец, не страшно, нахуй. Где, блядь? Это тебе вообще никто не страшно. Где твари всякие, блядь? Я кто тут... дальше? Арина, нахуй. Тебе, блядь, ладно, ебало делаю. Давай. Да с мелочи. Залетает пуля. Кстати, ты не орала. Что такое? Что? Ничего. Какая-то влажная. А ты так, и ты ее бей. На, Артур, у тебя 5 секунд, чтобы угадать. Тепло очень. Там раскалённый уголь. Я тоже, кстати, говорила, что там тепло. Ты мой нападение. Блядь! Аккуратно. Ты долбоёб. Там рак? Это рак? Оно волосатое, пизда! Там морской ёж? Не, морской ёж и иголки. Давай сунь, блядь. Угадай, какой играет он. Засунь руки нормально, уёбище конченое. БА! Вот он там лечит. Он руки там не оставил, блядь. БА! Блядь. Это... только это бенгальский пенис. Вот это резинка бенгальская. Кто, блядь? Бенгальский пенис? Тихо. Даша? Да. Что? Да. Последнему. Да. Забей, тут хуйня полная. Это, кстати, не последняя. Я еще буду закладывать. Ну, одна. Сверху? Нет. Бу! Блять, мне страшно. Я после этих тараканов... Там что-то мохнатое. Пиздец. Что это? Это снежный человек. Это бенгальский пенис. Бенгальский пенис? Чего ты? Я испугался, мне стромно. Стромно? Это стромновато, да. Это немножко есть очко, так... Хвати! Сразу! Что это? А, это пипи! Ой, блядь, это мишура! Она прилипла ко мне к руке! Козлому тоже, блядь. Фу! У меня руки... Я ебал, блядь. Ром, у меня руки потные, смотри. Ебать, она мокрая. Я испугалась. Она от тебя потекла.
Что, Даш, ты будешь ложить? Да, так что уходите. Ты хочешь, чтобы мы вышли, да? Ты тоже будешь? Да, Рома тоже будет. Ты последний, чё? Последний? Да. Так я по вашим лицам прочитаю, блядь, всё. Нет. Не-не, пусть он первый идет. Ну, у тебя нихуя живого, нет? Ты будешь на насекомых, что там может быть, блядь? Нет, там кое-что интересное. Вибратор? Давай. Может, ты насекомые тут знаешь. Давай. Лишь, не надо будет трогать. Да. Блядь. Я тоже подготовила к этому стриму. Ложись, чел пишет, ложить, я твою мать на стол буду. Пошел ты нахуй. Всем привет, ребята. Знаете, что я положу туда? Как думаете? Я положу туда тампон. Мокрый тампон. Я его намочила, короче, всё. Надо только понять, как туда складывать, потому что Рома мне не объяснил. Вот такой вот. Так, они закрыли, да? Сейчас, проверка. Я решила для эпика принести еще один. Еще один. Опа. Все, теперь зову их. Знаешь, те эмоции, что типа там ничего не будет, блядь, уже давай, я уже готов засовывать. Ты готов? Да, мне похуй вообще. Давай, только не сжимай сильно. Чё это за хуй там? Сильно не сжимай. Ты чё не сжимай, блядь? Это, блядь, какие-то кальмары нахуй. Кто ты, блядь? Это что-то, блядь, из косметики, наверное. Что это, блядь? Не, да, не делай так! Да там ничего не делай. Нет, не делай так. Оно не пахнет, блядь. А я знаю, что это такое вообще? Конечно. Только сильно не сжимай, блядь. Чего оно уже оторвало, блядь? Ты что, хвост? Да, это хвост. Полетели. Кто ты, блядь? Я не знаю, что это такое просто. Сдаешься? Ну иди посмотри. Ты не делай так! Не делай так! Ебать! А, блядь, ты чё, ебанутая? Фу, блядь! Пиздец. Закрой сначала эту коробку. Да, точно. Пиздец. Чё, твой еще маленький, блядь, чат. Даша, ты такая хитрая какая-то. Мне кажется, там какие-то ваши сексуальные игрушки с Ромой Макривским. Конечно. Ладно, если это Даша, то это... Только не кричи. А, да. Это точно не живое. А может быть живое, кто знает. Но если это живое, то это что-то доброе живое. То есть это точно не тараканы. Это может быть какая-нибудь, может быть, мёртвая рыбка. Или... Если что, это живое, доброе живое. Ну, например, мёртвая рыбка, блядь. Ну,
по-другому сказать. Сейчас. Так, ладно, по классике. Бля? Да пипец, кто же знал, что я такая сыкуха, да. И что? Я тоже такая, не волнуюсь. Нет, там ничего нет. Там добрый мать. Я надеюсь, это не что-то живое, которое я могу убить. Например, какую-то черепашку. Ну ты осторожно с ним. Нежно прям так. Там еще прямо есть один. Ходит. А, да? Бля! Стоп, это было где-то здесь. Если я сейчас буду... Бля! Бля! Осторожно, не надо так сильно. Ты можешь аккуратно взять его в ручку. Он тебе ничего не сделает. Это нормально вообще? Не, она к тебе не подойдет, наверное, так. Она не дойдет. Ты вот так хуйкнул, пиздец. Он не бойся, не бей только. Ну давай, на смелочи. Ну я просто... Если бы это было какое-то животное, ты бы, блядь, сообщила бы это. Хотя, не бойся. Ты не бойся, все нормально. Это черепашка. Ну ты возьми в руки. Бля, ты не могу, сука. Блин, я так боюсь сделать. Если это что-то живое, я реально боюсь. Ладно, все. А если я боюсь черепах или ящериц? Ну ты не бойся, не бойся. Hello? Is anybody here? Как это взять? Ну просто берешь ручку так. Ты живое? Оно умерло. Я его убила. Я. Плю. Ты сдаешься или возьмешь руку? Все, ладно. Блять! Ром, телефон. Пульт там. Где? Там пульт. Это пластилин? Нет. Это слайм? Нет. Оно живое? Нет. Это оладушек? Нет. Блинчик? Нет. Тесто? Нет. Мертвая шкура? Нет. Сдаешься? А-а-а! Что это? Смотри, смотри. Это мокрый тампон. Блядь! Ебать. Влезло. Да, сейчас. Мокрый тампон. Каждый день вижу мокрые тампоны. Класс. Только не ори, а то сейчас будет слышать. Стой, стой, стой! Не заходи еще. Так, а, нет. Заходи? Да. Не укусит? Нет. Во-первых. Если будешь осторожен, то не укусит. Отдай. Открывай. Да, все открывай. Да. Если будешь осторожен, то не укусит. Да такой его не бей, пожалуйста. Хорошо? Скажи, у тебя нету никакой нахуй живности. Ты не могла туда ничего поставить. Она еще вчера сказала, что она что-то положит. Да. Мы договорились с вами. Это тайный приз? Ну, типа того.
Давай дверки. А если... Ладно, не буду. Оно живое? Да. Пиздишь. Ты только не дергай сильно, пожалуйста. В смысле не дергай? На самом деле я говорю да, потому что если ты ему сделаешь больно или неприятно, это будет грустно. Угу. Можно в руки брать? Да, можно. Звук падения мне не понравился. Звук падения чего, блядь? Чего? Это прокладка после месячных, нет, блядь? Нет, нет. Это прокладка? Да нет. Это салфетка, Катя. Не, это салфетка. Ты не хочешь смотреть? В смысле смотреть? Типа, не хочешь? Ну это салфетка. Ну не живое. Я не вижу, где он там. А ему похуй чат. Это не живое, блядь. Ну тогда возьмем руки. Что может, блядь, быть квадратное живое? Это же Майнкрафт, блядь, какой-то. Даша, ты что так настроилась? Да я просто смотрю напряженно. Если ты меня поранил. Что не поранил, блядь? Печенье! Какое печенье? Ты не ебу, что это? Масло, блядь. Да это какая-то салфетка, блядь, или что? Ну потрогай. Ты уеблан? Он его уронил! Это какая-то хуйня, ну... Я ничего не сделала, Ром, я не выключила ничего? Нет, нет. Я нажала просто клавиатуру. Нет, нет. Да нет, это тряпочка, блядь, мокрая. Мокрая тряпочка. Сдаешься? Ну да, это мокрая тряпочка. Ну, неправильно. Ну, почти. Почти, да. Может, дважды почти, причем. Да. Прокладка. Тише, тише. Не кричи. Звезды. Да? Да? Чьи? С моей. Бля. Созови носатого. Сейчас, сука. Мерзость. У Рома была божественная реакция. Рома, ты волновался? Нет, я засунул, типа, нормально. Я нихуя не понял, что это. Я 10 раз пробовал. А потом, когда увидел, что это топон, такой, блядь, фу. Мерзость, блядь. Топон. Это вы такое засунули? Идет, идет. Главный эксперт. И ушел, блядь. Дайте кредишку. Где моя? Не знаю. Я тебе отдавал, ты опять их потерял. Ром, с тобой так уютно чат читать. Давай лучше перейти с тобой. Надеюсь. Только осторожно. Блядь, по твоему лицу было понятно, что там ничего нет, нахуй, осторожно, блядь. Кстати, тут, ее расстроил, пиздец. Тут, кстати, реально тепло. Ой, блядь. Это тепло. Часы ебать. Нихуя, думаю. Током уебало, нахуй. Хорошо, вот это было хорошо. Молодец. Че это? Оттуда было машина. Это пизда резиновая. Нет. Пизда резиновая. Почему парни такие сразу? Да. Пальчиком приятно. Там сейчас есть. Что? Там сейчас. Что такое? Есть? Да, звук. Как понять, что это? Чупай. Что-то подванивает. Так меня. Ты опять пернула, нахуй? Что, очкошник 192? А как понять, что это? Вас трахнула Юечка, Вадим, давай! Бери в рот, Вадим. Ну, я понюхал. Это... Понюхать тоже можно. Понюхать можно? Да. Я понюхал, ничего не понял. Ничего не понятно. Потом я попробовал на вкус. Похоже... Это какая-то ватка, как будто мокрая. Ну, почти.
Что это, блядь, такое, нахуй? Ну, это тряпка какая-то ёбаная. Он её разорвал. А что это? Посмотри. Это тампон. Блядь, ну хотя охуел, когда тампон разорвал. Угадай, откуда? Твой, блядь. Их там два. Прямиком из Наташи. Посылка. А тут было еще красными тенями. А чё я не узнал запах? Ром, всё? Да. Ты рекламу будешь делать? Да, буду, наверное. Рассказывай, чё, как вам? Ну, было очково. Да. Но я, типа, немножко испугался. Ну, это было... Паракарный, когда надо оживить, короче, музыку, наверное, какую-то добавить. Вообще, и... Да, надо громкую музыку, по-любому. А, как зрители тогда будут слышать? Ушами. Наушники! Наушники, ебашишь музон, чел заходит. Ему даю наушники? Да. А зачем? Чтобы он не слышал, кидаешь туда шмеля, он засовывает его хуяку газели. Охуенно. Он вот так вот. Ксиоми, хуйня твоя падает с потолка. Чат, вам понравилось? Я думаю, чат. Да если бы не ебаный киберспанк, нахуй. Вот эта хуйня, блядь, с сиськами, что там челы сидят и смотрят на сиськи, блядь. У тебя охуительный контент, блядь. Ну, нормальный онлайн был вроде. Ну, что было бы больше? У тебя было бы 1040, нахуй. Я думаю, короче, когда... Короче, самый страшный сегодня это был Алексей, блядь. Вот Алексей, это было страшно. Алексей, это кто? Ты это с Кызгурана. Я думал, понял, я думал, короче, я засовываю руки, я думал, там что-то этот, электрошокер какой-то, блядь. У меня так ёбнуло руку, прикинь. Типа я такой, думаю, нихуя, блядь, охуеваю. Да, даже и Даша такая с шокером хуярит. Не, ну с тараканами был разъёб, блядь, сука, надо было за неделю, я пытался за 3 дня купить, а хуй там правда. Чё ты, блядь? Там такой разъёб мог быть. Чё ты, блядь, сука? Я по итогу утром ехал за вот этими таракашками. Кстати, никто не хочет домой забрать. Тараканов? Артур, он высыпал, блядь, в комнате, ебать, он будет рад. Он так обрадуется, пиздос. Короче, чат, вам понравилось, да? Да, очень. Мне лично понравилось, это интересно. И мне очень понравилось. Да, мне понравилось смотреть, как потрогать эти тампоны. Я уже понимаю, что я сейчас откинусь просто. Что ты? Да, это пиздато. Таракана испугалась? Откинется назад, типа на кресле. Да, назад поспать. Хорошо, ребят, смотрите, я сейчас в телеге сделаю розыгрыш для вас на полчаса. Заходите в телегу, модеры поспамим сейчас. Разыграем бутылку тараканов. Бля, мне надо машину помыть. Не, на красный скин, который я тогда обещал. Переобуться. Прикинь, да, и переобуться, наверное, чтобы не переобуться. Прикинь, я, короче, оставил машину на дороге, забил хуй, потому что места не было возле дома. И она там постояла 4 дня, у нее весь бок полностью, нахуй, и этот, грязный. Вообще полностью весь бок, на. Это я охуел. Даже включи мне ОБС. Она сейчас куда-то пойти ее помыть, это вообще позор ебаный. А как же есть? Че выключить там? Ром, покушать не хочешь? Как у него дела? Я не знаю, куда мы поедем. Ну вот хуёво, блядь. На районе. Надо помыть его. Я не знаю, я уже залез, сейчас куда угодно. Пойдем покушаем на райончике. Или что, может... Хоть куда-то заехать её помыть, хоть 30 минут. Че, я не буду, наверное, рекламу тогда крутить. Тогда поехали. Да, я... чат, короче, смотрите, я не буду тогда рекламу крутить, я вам просто ссылку поспамлю. Вы можете перейти просто, там два клика сделать, нажать, начать играть. Сейчас. Модер, поспамьте, пожалуйста, ссылку мою. И на телегу подпишитесь, кому не сложно. Вот, Пэквилл спамит вам, ребята, перейдите. Просто перейдите по ссылочке, нажмите начать играть, это лучшая поддержка будет. Я сегодня без рекламы тогда. И на Телеграм, если не сложно. Есть еще модры вообще, кроме Пэквилла? Пиздец. Пэквилл, блядь, с телефона сам сидит, спамит ссылку. Вот, один модер спамит ссылку на телегу, другой на этот, на Dragon Money. Переходите. Так, в телеге сколько уже? Бля, в телеге мало, только 500 подписалось. Сейчас я розыгрыш туда ебану. Так, сейчас. Какой этаж я опять забыл? А нужен этаж? Да нет, Вадим писал тогда. Там кто-то звонит. Бля, надо помыть машину, пиздец. Чего у тебя с машиной? Хуя?
Да я на дороге ее поставил, она 4 дня стояла. Ну там пизда, она такая грязная, ёбнется. Бля, как Нику Пчелкина пишется? Я сегодня Пчелкину дам рейд. Пчелкин! Он мне каждый раз рейд. Пчелкин! Да, сейчас. Пчелкин! Пчелкин! Ты готов играть сегодня в Майнкрафт? Да. Охуеть, все люди, блядь, играют нахуй, блядь, в новую игру, которая только вышла, блядь, сегодня, точнее, завтра, блядь. А мы будем играть в Майнкрафт, которому 44 года, блядь. Как Дмитрий Ликсу, нахуй. Hello, guys. Хоть ты сидишь на обычной такой, сука, синий волосы. Все. Рейд идет? Рейд идет? Да. Все, пошел рейд. Все, ребят, всем спасибо, кто пришел. Надеюсь, вам понравилось. Мы будем делать еще лучше и еще круче. Чат, ждите грязюку, ебаный снич. Пока, чат. Да. Пока, чат. Пока. Так, сейчас еще, подождите, блядь, у меня минута еще, пока рейд идет. Можно о чем-то поговорить. Поговорим о том, что мы сегодня будем кушать. Я хочу, чтобы... Пойдемте, пойдемте. Не надо, выключай, похуй. Малышню и стрим инсайда я в рот ебал, блядь. Давайте кинем. Да, стрим инсайд, мы в все типы негативных, я ваш френис в рот. Да, да, вообще, блядь, комменты засланы, типа, о, блядь, все. Короче. Да, засрали пиздец. Да похую на этих детей, блядь. Нет, на этих похуй вообще. И еще телегу перейдите, пожалуйста. Все. Бля, у меня рейд не дается, если что. Бля, мне иногда такое чувство... Мне иногда такое чувство появляется, что, блядь, зря нахуй этот стрим инсайт вообще рекламили нахуй. Да похуй, у ебаных комментах есть везде, типа, больше всего их было, короче, раньше в инсте, типа, знаешь, что эти паблики с нарезками, там чилы приходили, фу, блядь, кто это? Никогда не читал там комменты. Сейчас на стрим инсайт не захожу вообще, потому что, типа, ну, нахуй это читать, как покатить. Сейчас, у меня рейд, блядь, дается. Сколько там времени еще к рейду, нахуй? Алексей, Алексей, добрый вечер. Ой, глянь на телегу. Давай. А что там? Все, он врубился, рейд дался. Ой, блядь, ебаный кабанчик. Никакой бильни себе. Блядь, а где мышка-то? Я его ебу напишу. Не, не буду писать тебе в телегу, мне сейчас как разъебут личку. Угу. Че, без крас? Краш, это же выйдет из игры. Ром, у тебя пропало... Чё? Ебало. А все, райдался, райдался. Мышка пропала просто. Мышка пропала, убежала. Брянь. Реально нет её. А я, а меня сфоткать. Переподключи, Даш. Блять, у нас этот... Я его краш. Давай я реально тебя сфоткаю. Надо ОБС выключить как-то. Смотри. Ебать мне сегодня день из игры. Я тебя с фильтром сфоткаю красиво. Аккуратно. Нет, ты видишь, нет. Её просто нет в экране. Ой-ой-ой, какие две игривые сумочки. Блядь, как, сука, понять, где он? Смотри, у меня стрим не выключается, у меня мышка пропала с экрана. Альтер 4, ёбни. Я ёбну тебя сейчас на Альтер 4.